Город Курган. Утром члены Рабочей партии России вновь принесли свежий номер газеты «Народная правда» к проходной завода «Курган-Химмаш». Курганский завод химического машиностроения – одно из ведущих российских предприятий по проектированию и производству технологического оборудования для нефтегазодобывающей, химической, энергетической, атомной, металлургической, машиностроительной, медицинской, пищевой и других отраслей промышленности. В нынешней буржуазной России у капиталистов есть много своих политических партий для борьбы за интересы капитала. Рабочие не смогут эффективно отстаивать свои интересы, пока они не создадут мощную партию рабочего класса. В России в наши дни такую партию создают самые активные рабочие и передовая интеллигенция. «Народная правда» – газета партии рабочего класса, основанная еще в 1991 году. Газету создают сами рабочие и борющиеся за рабочую власть представители интеллигенции. Российская общественно-политическая газета «Народная правда», в том числе ее специальные выпуски «За рабочее дело», отражают борьбу тех рабочих коллективов, которые встали на борьбу за свои интересы, организуются в профессиональные союзы и в партию. В номерах газеты вы найдете тексты выступлений рабочих и научных консультантов на семинарах Российского комитета рабочих, который работает дважды в год в Нижнем Новгороде. Ближайшая дата семинара Российского комитета рабочих – 6-7 ноября 2021 года. Решающий голос на семинарах Российского комитета рабочих получают те рабочие, которые делегированы не менее чем 5 рабочими своего коллектива. Товарищи рабочие, включайтесь в работу по созданию партии рабочего класса. Выходите на связь с членами Рабочей партии России в Кургане и в других городах России. Два класса столкнулись в последнем бою. Товарищ борись за свободу свою. Товарищ!